Рабочая неделя в администрации района началась с традиционной планерки, на которой присутствовали заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации. В режиме ВКС приняли участие и главы сельских поселений. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабском районе по состоянию на 26 октября главе района доложили начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев и ведущий специалист-эксперт отдела Центра гигиены и эпидемиологии Василий Слюньков. На сегодняшний день число выздоровевших от ковид составляет 216 человек. На лечении находится 126. Глава района подчеркнул, что ни в коем случае нельзя снижать уровень контроля над проведением противоэпидемических мероприятий. Первый заместитель главы района Руслан Емыков доложил о ходе призывной кампании на территории Кашхабского района. О проводимой работе в этом направлении рассказали непосредственно и главы сельских поселений. В ходе совещания были рассмотрены текущие вопросы, намечены планы на неделю, даны поручения.